С космодрома Байконур успешно стартовал ракетоноситель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз-ТМА-16М». Запуск состоялся в пятницу в 22 часа 42 минуты по московскому времени. На орбиту отправился экипаж длительной годовой экспедиции МКС. Космонавт Роскосмоса Геннадий Падалко и наш земляк, уроженец Сызрани, Михаил Корниенко. А также астронавт НАСА Скотт Келли. Корниенко и Келли предстоит провести на борту международной станции чуть больше года. Их возвращение запланировано на 3 марта 2016 года.